Слава Продукцион представляет. Рубрика «Бытовые ремонты». Всем привет. Так, сейчас будет видео, как обычно, ни о чем. Хочу провести эксперимент, в общем, заклеить вот этот вот приводной вал от механической электрической бритвы. Вот, в общем, он так вот должен быть. Так. И вот так вот его, в общем, надо. Во. Заклеить. Вот так вот. И потом поставить на место и попробовать, будет ли он держать. В общем, для этого у меня есть вот такой вот суперклей 3 грамма монолит, цианакрилат годен до 10-2022 года. Так, был куплен Aviora Monolith за 16 рублей 56 копеек. Так, еще я купил вот такие скобки. Блин, сорян. Вот такие скобки. Они стоили 12 рублей 44 копейки. А скобки вот для такого степлера был найден дома, был нужен, но в итоге оказалось, он пустой. Вот. Сейчас мы его как раз и испытаем в деле. Так. По-моему, вот сюда же, да, это все кладется. Нет? А, да. Так вот. Так. Все. Работает. Так. Давайте попробуем что-нибудь скрепить. Допустим, чек. Ух ты. Ну, нормально работает, но одну сторону почему-то гнет криво. Так, а может я... Надо до конца нажимать. Сейчас попробую. Так вот. А, ну вот так вот, да. Вот когда дожимаешь сильнее, он зажимает лучше. Ну, в общем, вот так все. Вот теперь рабочий. Когда нужен будет, будет, как говорится, заряжен. Так, и есть еще 1000 штук вот таких скобок. Скобы для степлера номер 10. Вот так вот. Так, ну ладно, это отвлеклись. Давайте открывать клуя. Блин, что плохо в этих суперклеях, то что они быстро засыхают, если ими не пользуешься. Воздух попадает, а с воздухом попадает влага, а влага и цианакрилат, короче, это вещи несовместимые. То есть, если смочить поверхности и нанести клей, вы даже не успеете заклеить, это все, короче, дело быстро высохнет. Вот. Так, но, перед тем, как его открывать, и вообще... Советую вам обезопаситься и что-то подложить. Иначе, не дай бог, капнет, потом хрен вы его ототрете. Так, носик. И нам надо его проколоть. Тут, говорит, иголка где-то должна быть. Ага. Но, блин, нарисована игла совсем по-другому. Вот так вот нарисована она.
Вот. Безопасный колпачок с пластиковой иглой. Видите, какая длинная игла? А теперь скажите, похоже, нет? Вот эта вот иголка. Так. Давайте прокалывать. Проколол? Нет, не проколол. Ух ты! Вот это вот он брызнул, елки-палки, я весь извозился в клею. Вот видите, о чем я говорил? В нем, короче, давление уже было. И, короче, все пошло не так. Все, я себе он все пальцы облил в клею. Блин, и колпачок приклеился. Черт возьми. Вот. О чем я и говорил. Так. Блин, теперь скользкие пальцы такие. Ну, ладно, хоть не склеились. Так. Теперь что делаем? Вытираем мы колпачок до конца. Чтобы он нам тут, блин, ничего не испачкал. Мы все вроде оттерли. Блин. И теперь надо очень аккуратненько как-то нанести. Так, ага, вот. Нанести клей на поверхности таким образом, чтобы, блин, его было очень мало, тонким слоем, как говорится. Ага, вот, сюда нанесли, на иголке вот осталось там очень много клея. Но нет, не получается. Так, ладно, придется тогда переворачивать и пробовать. Опа, вот, вижу, о, пошел. Короче, надо вот, блин, это вот даже вот очень много увалилось. Таким образом, можно, хотя нет, наверное, давайте и внутрь тоже немножко накапаем вот так вот. Таким образом, можно на вторую половинку ничего не наносить. Так, мы просто берем. Сейчас главное ведь правильно попасть. Берем и просто-напросто попытаемся, блин, быстренько склеить поверхности, пока это не приклеилось к моим пальцам. Черт возьми. Короче, с первого раза ничего у меня не получилось. Ага, во. Попал. Сильно прижимаем. И держим секунд 10. Несмотря на большес, мне очень больно. Ай, блин. Приклеилась вместе с пальцами. Так. Ну, вроде все, да? Ну, вроде похоже, что приклеилась. Не знаю, ровно или нет, но должно быть нормально. Так, теперь берем колпачок и закрываем до конца и открываем обратно. Ничего у нас не склеилось. Можно закрывать еще раз. И храним вот так вот, в стоячем положении. Я это буду делать, наверное, здесь в стаканчике выделю место. И вот так вот вставлю. Вот, и он будет там так стоять. Все, так. Ну, а теперь берем бритву. Так, вставляем наш вал. А вот сюда. Все. Вставили, закрываем
и пробуем включать. Вы знаете, все заработало. Я боялся, что она вновь сломается, но нет. Все прекрасно работает. Даже под нагрузкой. И даже вот так вот не ломается. А, нет, все. Это для нее был кошмар. В общем, она вновь отлетела. Так, теперь мне ее как-то надо обратно снять, чтобы заклеить еще раз. Так, ладно, я это сделал за кадром, заклею еще раз. Наверное, мало подержал. И вот здесь, смотрю, клея совсем не попало. И попробую сделать еще раз. Сейчас вернусь. Так, ну что, заклеил я. Везде хорошо вилл пролил. Ну, конечно, встала более неровно, чем первый раз. Но держится. И даже не отваливается. Ну, так больше делать не буду, конечно, я. Ну, все работает. Пока. Ну, вот так вот вроде и починил бритву. Теперь можно и побриться. Но не буду вас отвлекать, это буду я делать за кадром уже. Вот. Ну, если что, на запас, на НЗ, как говорится, есть старая добрая бритва, которая со мной уже более 10 лет, блин. Она мне очень нравится. Поэтому вот так вот эксперимент, как говорится, удался. Все работает, бриться можно. Как говорится, все. Всем удачи, всем пока. Thank you.